Материальная помощь, выделяемая из бюджета, должна быть адресной и поддерживать слабозащищенные слои населения. Депутаты окружного собрания рассмотрели вопрос, касаемый величины прожиточного минимума пенсионеров в 2016 году. Он повысится на 16% и составит 16 500 рублей. Те пенсионеры, чье пенсионное обеспечение не дотягивает до этой суммы, будут получать компенсацию из казны региона. Изменения внесены в другие социальные законы округа. В частности, изменения претерпит закон, которым предусматриваются выплаты ко дню пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября. Изначально единовременную выплату предполагалось выплачивать людям старше 75 лет. Но при рассмотрении вопроса депутатами окружного собрания выяснилось, что в эту категорию граждан по возрастному цензу не попадают дети войны.